Забота о состоянии квартиры – задача, с которой каждый хозяин справляется самостоятельно. А вот состояние общих коридоров, подъездов и придомовой территории – вопрос социальной сознательности. Чистота внутри дома – это результат не только проведения ежедневной уборки, но и вопрос ответственности. Не оставлять мусор, сигаретные окурки, не портить имущество – очевидные пункты. Однако даже соблюдение минимальных норм иногда становится для некоторых жильцов затруднительным. Уборка вспомогательных помещений в подъездах производится работниками ЖКХ комплекса. Установлен график периодичности уборки. Работы выполняются. Что касается курения в местах общего пользования, оно запрещено. Поэтому все зависит от наших граждан, которые соблюдают либо не соблюдают. Хотелось бы, чтобы наши граждане соблюдали правила пользования жилыми вспомогательными помещениями. Запрет на курение в подъездах введен не случайно, ведь такое поведение не только плохо сказывается на здоровье самого курильщика и окружающих, но и создает тот самый беспорядок в подъездах. Лестничные площадки зачастую становятся излюбленными местами для курильщиков. Но не стоит забывать, что подъезд попадает в категорию общественного места, и значит, нарушение запрета на курение может иметь последствия в виде штрафа.